Италия готова бросить вызов Евросоюзу и самостоятельно начать вливать миллиарды евро в свою нестабильную банковскую систему. Эта крайняя мера может нарушить нормы Европейского Союза. Так начинается статья, которая вчера, 4 июля, вышла на первой полосе авторитетного британского издания Financial Times под названием «Финансовая помощь итальянским проблемным банкам. Ренци готов бросить вызов Европейскому Союзу». Авторы статьи, корреспонденты Financial Times Рэйчел Сандерсон и Алекс Баркер, ссылаются на чиновников и банкиров, которым известны планы итальянских властей. С января 2016 года в Европейском Союзе действуют нормы, которые запрещают государствам оказывать финансовую помощь банкам из государственного бюджета. Эти нормы предусматривают, что для спасения проблемных банков должны использоваться средства кредиторов. Поэтому планы итальянского правительства, по мнению авторов статьи, нарушат нормы Европейского Союза. В ответ на публикацию в газете правительство Италии заявило, что будет действовать так, чтобы стабилизировать банковскую систему в соответствии с нормами Евросоюза. Журналист Джанни Травати в статье от 5 июля «Рекапитализация. Переговоры Италии и ЕС» для итальянской газеты «Il Sole 24 Ore» пишет. Итальянское правительство готово бросить вызов Европе, но в вопросах экономического развития, инвестиций, безработицы и иммиграции. По банковскому вопросу Италия предпочитает рыночные решения, которые не нарушают нормы Евросоюза. О кризисе банковской системы Италии сегодня, 5 июля, написал корреспондент американского издания Wall Street Journal Джованни Пегорано. Его статья вышла на первой полосе газеты под заголовком «Следующий кризис в Европе может начаться с итальянских банков». И вот в этой статье автор пишет, что у итальянских банков около 360 миллиардов евро просроченных долгов, а у заемщиков нет средств на их уплату. После Брексита из-за неопределенности будущего в Европе финансовая ситуация в Италии ухудшилась. После голосования по членству Британии в Евросоюзе акции многих итальянских банков существенно упали в цене. Усугубление банковского кризиса в Италии может иметь непоправимые последствия для Европы, пишет Легорано. По международным банковским нормам только один банк в Италии считается глобально значимым – Unicredit. Несмотря на это, некоторые аналитики считают, что проблемы в банковской системе, образовавшиеся из-за Брексита, могут угрожать стабильности Италии и потенциально даже Евросоюза. Споры о том, может ли Италия спасти свою банковскую систему, не нарушая нормы Евросоюза, вновь поднимают вопрос эффективности управления в ЕС. Желание британцев выйти из Союза и рост поддержки евроскептиков среди населения обусловлены, помимо прочего, тем, что государство, а не Евросоюз, а Евросоюз принимают многие решения. Но часто эти решения создают, а не решают проблемы внутри государств. А граждане стран-членов часто не могут влиять на процесс принятия этих решений.